Так, всем привет. На часах 2 часа. На часах. Тудым-сюдым. 2 часа ночи. Заметил такую вот штуку, короче. Хотел скачать песню, которую услышал в Инстаграме. И, в принципе, вот что из этого получилось. Есть такой сайт zf.fm. И, в принципе, если, скажем так, сейчас у меня включен интернет 4G, ну, через сим-карту. Значит, заходим. Вот, есть, уже забивал я, да? Допустим, zf.fm. Нажимаю. Угу. Так. Так, ага. О, интересно. У меня МТС, и МТС говорит, доступ к запрашиваемому вами ресурсу ограничен. Хорошо, пойдем, сделаем назад. Назад. Заметил такую штучку, опять же таки, для чего это все видео снимаю. Набираю zf.fm. Делаю поиск. Вот вышло первое, короче. То, что, да, нажимаю. Опля, все работает. Угу. Все хорошо. Обманул систему. Теперь, значит, у меня дома.ру. Дома.ру, как интересно звучит. Теперь, значит, делаю вот так. Нет, сейчас не так. Значит, я включаю Wi-Fi. Так вот, значит, сейчас. Где же ты Wi-Fi-то? Ну, теперь Wi-Fi не хочет включаться, да? Ну, давай, Wi-Fi, что ты? Короче. Так, вот, разобрался я, включился у меня Wi-Fi, значит, продолжаю дальше. Теперь, до этого я зашел на этот сайт с сим-карты, нажал пробел, то есть zf.пробел.fm. Теперь просто нажимаю вот так вот обновить страницу с включенным Wi-Fi. И хренушки-маюшки. Вот такие вот дела.